Корпорация Boeing подписала соглашение Singapore Airlines о продаже 39 самолетов на сумму почти 14 миллиардов долларов. Церемония подписания документов состоялась в Белом доме в рамках официального визита в США премьер-министра Сингапура Ли Сянь Луна. Эту договоренность сингапурские авиалинии анонсировали еще на прошлой неделе. В авиакомпании заявляли, что завершат заказ во время визита лидера страны в рамках заявки на модернизацию флота в течение следующего десятилетия. Поскольку авиакомпании обычно получают скидки на заказы самолетов, сделка оценивается примерно в 6,5 миллиардов долларов, сообщает агентство Рейтер. Между тем, президент Трамп, приветствуя сделку, говорил накануне именно о 13 миллиардах и 800 миллионах долларов. Большое спасибо. Для нас это большая честь принимать премьер-министра Ли и высокопоставленных представителей Сингапура. Мы подписали контракт с Боингом на поставки самолетов на сумму почти 14 миллиардов долларов. У нас хорошие торговые отношения с Сингапуром, которые сейчас находятся на пике, и мы их будем продолжать и развивать. И у них будет всего 13,8 миллиарда долларов, но главное – около 70 тысяч рабочих мест. И все это рабочие места в этой стране, в США. Если нет, то мы отменим сделку.